Всем привет! Сегодня мы рассмотрим матч Бельгия-Япония в одном из товарищеских поединков. Во вторник Бельгия будет принимать Японию. Будет ли матч богат на голы? Удастся ли какой из команд одержать победу? Бельгия готовится к чемпионату мира через ряд товарищеских поединков. На прошлой неделе бельгийцы проверяли свою боеготовность в матче со сборной Мексики. Игра получилась довольно интригующей. Подопечные Мартинеса дважды выходили вперед, но в итоге пришлось еще и отыгрываться. В итоге окончательную точку поставил Ромелу Лукаку. Сделавший в том матче дубль, этот ничейный результат прервал победную серию Бельгии, которая насчитывала 6 матчей к ряду. Япония на прошлой неделе тоже провела товарищескую встречу. В соперниках у азиатов была сборная Бразилии. Интриги, как таковой, не получилось. Уже в первом тайме бразильцы вкатили 3 гола в ворота хозяев. На что те ответили во второй половине матча голом престижа. Поражение от бразильцев прервало беспроигрышную серию товарняков у Японии, которая насчитывала 10 матчей к ряду. Япония в 11 последних товарищеских матчах одержала 7 побед и трижды сыграла в ничью. В 11 из 12 последних товарищеских матчей Бельгии забивали обе команды. Вряд ли в этом матче команды будут отсиживаться в обороне. Встреча, как такова, имеет цель наиграть разные схемы. Поскольку составы будут тусоваться, то и надежной игры в обороне ждать не придется. Мой прогноз: обе команды забьют за коэффициент 1.71. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!